12 января в России отмечают День прокуратуры. По случаю праздника генеральный прокурор России Юрий Чайка отправил региональным службам видеопоздравление. Также сотрудников федерального ведомства поздравила администрация округа. Собрание депутатов и федеральный инспектор по Ненецкому округу. В Дворце культуры «Арктика» прошла церемония награждения лучших работников и чествования ветеранов службы, а также праздничный концерт. 294 года со дня основания Ока Государева. Так Петр I назвал централизованную систему органов, которая отвечала за борьбу с беззаконием и защиту прав населения. Спустя почти три столетия задачи российской прокуратуры не меняются. Особое внимание нами уделяется вопросам совершенствования межведомственного взаимодействия, координации деятельности правоохранительных органов, профилактики преступлений и правонарушений. Выражаю благодарность всем руководителям правоохранительных органов округа за совместную работу. В профессиональный праздник прокуратура округа поздравила руководителей средств массовой информации, представителей Богоявленского храма и организации, которые активно взаимодействуют с ведомством. Заслуженные награды из рук прокурора получили и сотрудники, отличившиеся в государственной службе. По словам Игоря Кошина, сегодня прокуратура своего рода кузница профессиональных кадров. Хочу особо отметить неформальный, а принципиально человечный подход прокуратуры округа ко всем процессам, протекающим на нашей территории. Наши масштабы, к большому счастью, позволяют нам все время быть на связи, вместе двигаясь к одной цели – поддержанию высокого качества жизни нашего населения. В 2015 году усилия прокуратуры были направлены на защиту социальных прав граждан. Так удалось погасить задолженность по заработной плате работникам Наренмарстроя и Наренмарсейсморазведки. Общая сумма задолженности предприятий перед сотрудниками составила более 200 миллионов рублей. Также удалось документально признать аварийными 10 ветхих домов в поселке Искателей и муниципалитетах. Их жители поставлены в очередь на переселение. Немалая работа проводилась в сфере природы и недропользования. В сфере экологии, в принципе, нам удалось провести определенную работу по снижению уровня сжигаемого на факельных установках попутного нефтяного газа. Проведена значительная работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. Наримарским городским судом удовлетворено значительное число исков прокуратуры округа, которыми на них возложены, на муниципалитеты возложена обязанность по обеспечению населения питьевой водой, которая соответствует требованиям законодательства. В октябре 2015 года была создана отдельная группа для регулирования экологических вопросов. Ее работа продолжится и в 2016 году, который по приказу президента России объявлен годом экологии. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, телеканал «Север».